Ребята, всем доброе утро. Делаем кофе. На завтрак блинчики. Вчера делали блины с грибами. Такие вот блинчики. Тут еще остался один блинчик. Может быть, кто-то захочет, ну, не знаю, сметанка со сгущенкой. Сейчас хочу их подогреть. Все блины не хочу разогревать. Их достаточно много, и нам они не нужны. Миланка кашу поела. Не захотела блины. Вот, а мы все покушаем. Так, ну я один блинчик съем, ну думаю, достаточно. Кофе готов. Решила разогреть себе блинчик и буду его с икрой. Раз никто не хочет, я спросила, я буду блинчик с икрой. О, как близко самолет летит. Мы, может, сейчас заедем в метро или нет? Можно заехать, если нужно? Не знаю. Мы сейчас хотим заехать в МФЦ, узнать насчет материнского капитала. На все, что его, все его условия использовать. Да, на что можно его использовать в данный момент, потому что постоянно идут обновления в интернете. Понятно, можно все почитать 150 раз, но информация везде разная, поэтому решили заехать в МФЦ. Девчонки дома. Ника там делает уроки, готовится к контрольным, а Миланка... Ника вчера уроки. Да, Миланка тоже делает уроки, мультик смотрит. А Лика вчера себе сделала выходной и отдохнула. Вообще вчера не садилась, да, за уроки? А, нет, она там что-то написала, там буквально на часик села. Вот. Делать уроки, потому что у нее недавно была контрольная, она просто... Позавчера выжилась по полной. Много готовилась к контрольной, обществознание было. Достаточно сложная контрольная, просто такой преподаватель очень относится, знаете, так требовательно к своему предмету. Волновалась просто изначально немножко, она когда... Она ко всем хорошо готовится, да, ответственно подходит к этому, но вот к обществознанию она прям, знаете, так... Просто когда ходила на консультацию... Скажем так, скорее всего, она готовилась так же, как везде, хорошо, но обществознание она боялась. Боялась, да. Потому что когда ходила на консультацию, то очень много приходили пересдавать. И он изначально сказал, что очень тяжело сдать, и многие приходят, пересдают по 2-3 раза. Не получается вообще сдать. И Лика как-то, конечно, немножко так боялась обществознания, но... И вот она вчера решила немножко отдохнуть, там часик позанималась, к следующим контрольным готовится. Но сегодня она уже, наверное, часа 3 сидит, занимается. И пока, в общем, я сейчас не созвонилась, буду дальше заниматься. Миланке сегодня вот такие вот задания дала, примеры. Ребята, хотите вам показать? И буковки, буквы в разброс, по несколько букв каждый день мы пишем. Хотите, я вам покажу, что? Как я решаю двойные примеры. Давай. А можно мне тройник? Тройник? Какой тройник? Зачем тебе? На. А зачем тройник? О чем она? А? Черновик. А, тройник? Черновик. О, Милка. Черновик. Ты вначале на черновичке, да, делаешь вот такие тройные сложные примеры? Двойные. Смотрите, сначала решаем это. Это будет 9. А что у тебя здесь такое, вот это вот? Сердечко. А. Смотрите. Ой, мне зеленый. 7 плюс 2 будет 9. Угу. Дальше смотрим на... Мы решили, получается 9. Ой, там не надо черкать мне, пожалуйста. Хорошо. Минус. Угу. Минус 3. Угу. 3. 6. 6, молодец. Все. Квадратики напишу. Помню. Все, давай вот здесь и пиши. Все, молодец. Что там, Лика, ты делаешь? Что ты решаешь? Эпические нормы. Ты английский делаешь? Да, русский мой. А, вот написано английский язык, французский. А, я что-то посмотрела английский, думала, ты делаешь.
Так, я иду чай пить. Чтобы вот опять писать, что у меня корявый почерк. Ой, ну и пусть пишут, да. Да, вот какой есть почерк. Да, да, вот, посмотрите вот получше. Такой, вот такой, да. Дай. Вот, да, вот такой вот почерк у меня. Да, да, да. Ой, это вообще ужасно. Вот, да, вот такой. Кошмар кошмарный, вот да? Такой вот, да. Кошмар. Я живу с таким почерком. Ужас, кошмар, ужас. Ли, как ты жили? Ой, Максик, Максик. Мы решили немножко поиграть в доминошку. Это как раз мне подходит. Она тоже играет? Да. Да? Да. Она играет. И Максик. Макс, ты с нами будешь играть? А? Мне тоже надо? Да, давай. Ну, как бы, убирай, если нет, то я могу и нет. Давай дай. Давай дай. Давай дай. Компьютер убирай и давай дай. Сколько, по пять? Подождите, а поскольку? Я уже забыла. А, ну мы все разбираем, да? Если на четверых, да, то тогда у нас не почему остается ничего. А, ну да. Я уже забыла. Мам, тебе 6. А, мне еще вот. Короче, мне вот... Дай! Мне, короче, что осталось. А, тебе не хватило? Кто любит домино играть, пишите. А Максу не хватило. Так, у кого? Макс. 0-0. У меня 0-0. Ой, я еще не смотрела свои карты. Ой-ой-ой-ой. Мама. Мама, давай. Мама, ты знаешь, мы не любим, когда тормозят. Бегом, домино надо четко. Пожалуйста. Угу. Их два видео, которые... Ну что, мама, что тебя ходит? В общем, мы играем в домино. Ну и что ли? Давай, ходи. Мы немножко мы с вами подсмотрели Миланкины карты. Я не могу у нас походить. Вот, слушайте, у Макса такая вот привычка. Мы когда начинаем играть в домино, Макс вот сразу... Домино. Да, Макс сразу садится, приходит на серединку, садится на вот эти вот фишки, карта, да. И непонятно, что ему надо. Посмотрите, вот посмотрите, а. Все, это его место. Для чего он это делает, я не понимаю. Всех разогнал, посмотрите, все свои карты позабирали, фишки. Ничего себе. Не разрешает выгонять его. Посмотрите, он злится, бесится. Иди отсюда. Макс, мы вообще здесь играем. Я тебя боюсь, а хищник. Он сейчас тебя цапнет. Он тебя сейчас цапнет. Ему нечем цапать, у него ногти все отрезаны. Когти подстрижены. Ну, Макс, ну просто, ну мы же играем. Ну, у тебя совесть есть, Макс. Подсажу. Макс. Остапус. Аляшка заваливается. Ну, Макс, ну дай нам поиграть. Вот иди к папе. Так, ладно, давайте играем. Все, кто ходит? Это моя, да? Милана ходит. Зайца. Так, теперь папа. Давайте, зайца. А Макс все занял. Мы уже 100 лет не играли в домино. Посмотрите на Макс. Я хочу в домино поиграть. Ногой, ногой, ногой. Я хочу, да. Макс, давай, Макс, мама, ты ходишь. Максик, ты походил. Максик, скажи маме, я хочу в домино. В домино обойдешься, Максик. Поняла. Ребята, давайте шустрее. Давай, смотрите на меня, я Овечка. Слушай, Овечка. А, Овечка, как ты будешь играть, а? А? Ну, Милош, ну давай, ходи. Твоя очередь. Нет, я походила, вот. Теперь ты ходишь. Савушка. Кто это? Савушка. Совушка, вот, а ты походила свинюшей. И теперь совушка. А, ты имеешь в виду, чтобы камера была свинюшей. И папа свинюшка. Закрыли. Савушка, мама, а не совушка. А здесь, если нет, то сразу Дисней. Фу, нет у меня Диснея. Все нормально. Нет. Макс. Папа. Кто там? Совушка. Сова или смешарики, да. Да. Давайте смешарики. Так, Милана. А я увидела твои карты. Милан, только нельзя. А твои тоже увидела.
Я, может, и вообще победителем выйду. И всех победим. Да. И всех победим. Милан. И всех победим. Милан. Да. Макс уходит. Макс обиделся. Ну. Макс. Ты куда, Макс? Хотите, не хватило на меня фишек. Давайте. Милан, давай. Дисней. Дисней? Да, давай, ходи. И. Аферистка. Есть. Ну, Милан, надежду подала. Давайте. Так. Смешарики. Давай вот так. У меня одна карта. Одна осталась. У меня тоже. Вот теперь нужно решить, как делать правильно. Так, чтобы я выиграла. Нет, так, чтобы я выиграла. Подождите, следующий ход мой, у меня осталась одна карта. Если папа сейчас положит правильную, то я выиграю. Пап, давай. Я положу правильную. Ты уверен? Дисней. Посмотрите, папа что сделал. Здесь смешарики и здесь смешарики. Папа, ты не мог сет сделать? Хрюню розовую. Дисней. Дисней. Ага, у всех Дисней. Дисней. Хрюня, объясните, что такое Дисней. Это значит, что нет. Ну ладно, ну нет, я так захотел, это ничья, а дальше уже неправда. Ну почему? Ну ты меня. Мама, какая у тебя карта осталась? Ну ладно, мама, ты? Нет у меня. Дисней? Да. А у тебя? Милана тоже выиграла. Ну ладно, тогда мы выяснили, кто проиграл. Мама, ты? Нет у меня, папа специально так сделал, тогда я вот так. Аферисты, блин, поломали все, что можно. Мы вышли в магазин, у нас пошел снег, посмотрите. Идет снег вообще. Утром не дождя, конечно, не было, и снега не было. Так, знаете, плюсовая температурка. А сейчас? А сейчас? Прям снег. Идет. Мама говорит, что слаймы не нужны. Я говорю, что я Милашке подарю слаймы на 8 марта. На 8 марта, а мама рождения. Говорит, что они не нужны. Да потому что Милан тоже не играет. Блестящий единорог еще и надувается. Класс, точно возьми. Правда, смотрите, закрыт сейчас. Смотрите, какие слаймы. И здесь лолки в баночках. А еще ниндзя есть. Да, еще есть такие вот флаги слаймы. Слушай, да Миланка с ними уже вот не смотри, играет. Да, потому что у нее нового нет. Я ей подарю, и она будет играть. А что так шумно? Ужас какой-то. О, это что такое? Это тоже, да, слаймы? Смотри, с какими-то... Да нет, это скорее всего, которые ползают. Да? Угу. А я думаю, слаймы. Вот эти вообще блестященькие, да? Вот эти классные. Да. Но Милана не играется с ними, а это что такое? Тоже просто будет слаймы? Будет играть. Да? Сейчас хочу сделать чай. И будем монтировать видео. Наверное, сделаю вот такой вот ягодный. Это земляника и брусника. Кстати, вот этот очень хороший чай. Папа у нас любит. Черный с чабрецом. На этом наш влог подходит к концу. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем до завтра и пока-пока.